Для нестандартной парной коронации, которая состоялась летом 1682 года в Успенском соборе Московского Кремля, была изготовлена вторая шапка Мономаха на голову младшего царевича Петра. Еще один памятник этого двоецарствия – невиданный двухместный трон, по сей день хранящийся в оружейной палате. В спинке трона имелось специальное окошко, через которое царевна Софья подсказывала младшим братьям правильные слова. Самодержцем всея Руси Иван Алексеевич был неполные 14 лет. Однако как при Софии, так и при Петре правление его было лишь формальным. Государственных дел он не касался. Документы подписывал, не вдумываясь в их суть. Дело в том, что с раннего детства Иван был немощным, подслеповатым ребенком. Часто болел. Из всех сыновей Алексея Михайловича Тишайшего и Марии Ильиничны Милославской Иван прожил дольше всех – 29 лет. Зимой 1696 года он скончался, оставив русский трон младшему брату.